По итогам мониторинга специалисты городской администрации обнаружили дополнительные участки, нуждающиеся в берегоукреплении. Начиная с этой недели, работы будут проводить на реках Маяковского, Сосуе и Колке в Березняках. На это уйдет примерно месяц. Наметили план работ такой. Тут вице-мэр по строительству, определенные поручения. Ну, работа идет замечательно. Мониторинг обстановки на реках в частном секторе проводят постоянно. Вся техника в городе мобилизована. В случае возникновения угрозы подтопления необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.